Несколько месяцев назад пользователь сети опубликовал в Facebook фотографию верной собаки, охраняющей могилу, и написал: «Это самая трогательная фотография на сегодняшний день. Собака роет яму в могиле, чтобы быть рядом с любимым хозяином, эта любовь и преданность неописуемы». Как только фотография была загружена, многие пользователи сети захотели поставить ей лайк и поделиться ею. На самом деле, после того, как в конце апреля сербская организация по защите животных получил уведомление от МАС о том, что на кладбище есть собаки, он отправил добровольцев спасать собаку. Когда добровольцы прибыли, они обнаружили, что это была не история верной собаки, охраняющей могилу, и это было не так, как говорили массы, что в могиле была только одна собака. Это была бездомная собачья мать с четырьмя детенышами собак. Увидев это, волонтеры быстро забрали всех собак в ассоциацию для размещения. Под тщательным присмотром волонтеров четыре собачки благополучно выросли. Волонтеры назвали их Бумер, Эйль, Фредди и Грейс. Четверо маленьких мальчиков сейчас очень популярны из-за того, что они черные и толстенькие, и Ассоциация защиты животных также решила найти для них подходящих усыновителей. Выражение мордочки собачьей матери сейчас действительно сильно отличается от того, когда она жила в гробнице в прошлом. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.